Дворец культуры «Родина» ждет обновлений. Здание 50-х годов прошлого века давно требует реконструкции. Капитального ремонта здесь не проводили ни разу. Устарело как техническое оборудование, так и интерьер. Первое, что бросается в глаза, это фойе, гардеробные. Но это то, что вот на первый взгляд, когда только входишь в здание. Ребятишек у нас ходит много на занятия в эту спортивную секцию. Поэтому мы очень рады, что будет ремонт и реконструкция такого здания. Больше всего ремонт нужен зрительным залам. В главном места расположены на одной высоте до 17 ряда. Это мешает обзору сцены. А малый зал и вовсе самодельная постройка воспитанников Дворца культуры. Уже 21 век на дворе, и наш дворец, конечно, уже немножечко устарел по своему техническому оснащению. Ну и вообще здесь много чего нужно менять. Здесь проходят мероприятия не только городского масштаба. Здесь проводятся мероприятия областного уровня, всероссийского. Подготовительные работы проведут уже в этом году. После приступят к реконструкции. Сам же ремонт здания запланировали на 2021 год. Ксения Каретникова, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.